Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Получил посылочку с аукциона. 4 телефона вот в такой громадной коробке. Поставщик, короче говоря, не дружит, наверное, ни с головой, ни с чем. Не знаю, упаковал обычные дешевые телефоны. Вот такой громадный карабан. Не знаю, для чего он это сделал. Пришлось мне переплачивать за эту коробку, что не есть хорошо в нашем бизнесе. Сейчас будем смотреть, что тут за коробка такая какая-то тайная, обмотана 100 скотчами. Если честно, я такое вижу в первый раз. Ой-ой-ой. Так, что-то она не выходит. Как оно упаковано? Так, это у нас телефон Олимп. Завал. Что-то меня потянуло к бабушкафонам. Давайте смотреть. Значит, смотрите. Какой-то он порванный. Так, Олимпия Вива Колор. Так. Что у нас по комплектации? Ага. Тут напханы телефоны. О, у меня полный комплект. Так, док-станция. Мануал. Смотрите, классик. Наверное, это стоковые телефоны. Что-то кабели я не вижу. Так. Олимпия Вива Колор. Курзан Лейте. Германия. Так, вот такие две книжки. Дальше. Зарядное устройство. Китайское. Кто мне там рассказывал, сказочники, что Китай не делает для Германии. Все не делают и хорошо делают. Какие-то бумажки непонятные. Куча хлама. Так, и два телефона. Так, один без пленок. Один в пленках. Так, здесь аккумулятора нету. И здесь аккумулятора нету. Хотя написано, что должны были быть с аккумуляторами. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Зачем же так мотать? Ребята, вы когда-нибудь видели такую упаковку? Фу. Так, есть еще вот такой. Бабушка фон Доро. Так, что он у нас идет? С родной батарейкой. Ага, вот так с хлястиком даже. Чик. Оно не похоже на нокиевскую батарейку. Нет, видите? Вот китайцы молодцы. Видите, как у них распиновочка. Ну почему не сделать? Ну это цирк просто. Эта батарейка уже не подойдет, видите? А, если наоборот поставить. А, ну. Так, плюс. Не, что-то я гоню. Не, давайте еще раз проверю, чтобы не спалить.
Великий рукооп. Ну, Боже, да поможи. Да, Прима Байдора. Все окей. Все, работает. Что-то звука не слышу. Так, меню. Phone, Messenger. А ну глянем, что у нас по Messenger Box. Danke für die. Да, спасибо. Да, понимаем по-немецки с конца. Call history. Мультимедиа, FM радио, аудиоплеер, камера. Ага, memory stick. Аудиоплеер, memory stick, FM радио. О, я. Так, громкость как у нас? Ага, клавиши по уму. Дальше options. Auto search, yes. ABHS. Так, автопоиск. Ну, телефончик, смотрите, ребята, солидненький. Так. Ага, не то сделал. Так, сейчас включим. Так, как мы будем переключать каналы? Фу. Так, это лупа, это отключить, это включить. Что не ловит. Оно 102,8. Нет, не хочет что-то ловить. Не знаю почему. Ладно, разберусь. Так. Ну, вроде включается. Так, еще задняя крышка с родным аккумулятором. Нормалек. Так, и давайте смотреть. Да, это я взял под запчасти, мне надо было. Тут задняя крышка есть. Телефон включается. Тут маленькая АКБшечка. Сейчас мы ее найдем. Коробочек я приготовил с аккумуляторами. Так. Все, телефон включился. Требует карточку. Ну что, наверное, берем карточку и начинаем проверять. Будем проверять сперва этот. Ну, сзади состояние классное под крышкой. Почистим от пыли, от грязи. И послужит еще людям. Громкости что-то я не слышу. Т-мобайл. Ага, выключено. Грузится. Так. Громкая связь, по-моему, у него есть. Не понял, что с динамиком, наверное. Значит, этот динамик есть, а лаудспикер что не хочет. Так, меню Message, Calling, Contact, Setting, Profile, General, Активация есть. А ну...
Да, лаудспикер убитый. Угу. Это плохо. Ну, благо у меня есть много этих телефонов. Так, галерея, что у нас? Recording, Tones. А как же мы их послушаем? Без лаудспикера никак. Ха-ха. Работает только вибрация. Да, лаудспикер угашенный. Ладно, давайте посмотрим теперь лайфтаймер данного. Ну, скорее всего, тут будет наговорено много. Так, 147, сейчас проверим. 8 месяца 5 года. Нет, ребята, немного, 57 часов. Смотрите. 57 часов 58 минут, как в цирке. Выключаем. Так, достаем аккумулятор. Так, убираем в сторону. Давайте теперь проверим этого красавчика. Он мне очень понравился. При том, чем хорошо, что все батареи взаимозаменяемые, микро-USB разъем. Так. То, что бабка нашептала. Крышка закрывается, камера есть. Наушники 3,5 смотрю. Классный, удобно в руке сидит. Отлично. Можно кому-то подарить на Новый год на подарок. Так, что у нас, видит сим или не видит? Угу. Увидел. Киевстар. Проверяем громкую связь. Громкость хорошая. Бонусы, скидки и тарифы только... Хорошо, только для меня. Есть фонарик. Выключили. Работает. Ура, ура. Лайфтаймер я посмотреть его не могу, потому что это Китай. Ну, Прима Байдору. Можно записывать, можно вызвать прямо... Сюда занести контакты, быстрый доступ. Профайл, мультимедиа. Профайл, сеттинг. Тайм, файл, фон, сеттинг. А ну язык. По-моему, польский есть даже. Язык польский. Дэч, чес, дач. Нету русского. Ну, обидно, ребят, обидно. Дисплей, wallpaper, system, user defined. Короче, я так понял, что можно обои еще будут установить с этого. Ну, вот такой. Ребят, кому понравятся данные телефоны, ссылочка будет на второй канал. Переходим туда, покупаем. Там я их выставлять буду, потому что у меня этих телефончиков скопилось очень много. Специально заказал перед Новым годом, потому что... Можете подарить родным, близким. За отдельно могу доукомплектовать кабелем сюда. Видите, с головкой есть. Так. Какая же интересная от него. А ну мы сейчас глянем. Olympia Handys, Vivo Color. Так. По идее, где-то должен быть его email код нарисован. По идее. А без идеи. Так, что у нас комплектация? Desktop changer, changer адаптер, USB кабель, 1 литион батарея, 1 хиацет. А еще наушники должны были быть. Loud ringtone. Вот его описание. Ага, IMEI 715. А ну. Какой-то должен быть родной. 715, нет, это 754. А 715, значит, вот это должен быть. Хм. И не тот, и не тот. Хм. Страшно. Так.
531, что написано, 1191. Сколько они сделали? Смотрите, я уже замечаю. Видите, вот тут, тут надписи тут. Видите, хорошо, что помещаются эти батарейки. Во, Олимпия. Был бы еще русский язык, я же говорю, цены по-моему не было. Крупные цифры, бомба. Так. 754, да. Меню. Так, как зайти в него? Фон сеттинг. Да, видите, 4. Английский, французский, немецкий, датский, наверное. Бомбес. Громкость отличная, ребята. Мне нравится. Так, фонарь работает. Да, фонарь работает. Окей. Так, вытягиваем. Вытягиваем. Хорошо вот эти пироги вытягивать этой штучкой. Ненавижу я такие старовские карточки разборные. Так было хорошо, старые карты вот эти. Колхозные, большие. Чик-чик вставил. Так. Меню тут вообще не выставлено. Тут надо будет сейчас. Шпрех. Тут вообще немец был. Так, English, окей. Не понял. Фонарь не хочет включаться. Так, в этом фонарь не работает. Или я его не настроил. Phone setting, security, restore factory. Switch. Так. Context. Оно. Нет, не оно. Так, ладно, настроим, то не главное. Добрый день. Спасибо, что позвонили в Киевстар. Вы в меню управления услугами без помощи оператора. Отлично. Ага, надо настраивать. Прозвучала сигнализация, что слышно, что человеку плохо. И пошел дозвон на первый телефон. Добрый день. Спасибо, что... Прямо на громкой связи. Вы в меню управления услугами. Все отлично, ребята. И Keypad Looked. Теперь также нажимаем. Keypad Unlooked. Все отлично, все работает. Все, ребята, телефончиками доволен. Значит, что у нас сегодня было? 60-21. Две вот такие Олимпии. Одна с док-станцией. Вот так она становится. Очень прикольно. И вот такой Dora Prima Lux.
раскладушечка. Кому понравится, можете сразу переходить на второй канал, там будет ссылочка, и покупать данные телефончики. Все, всем спасибо, пальчики вверх, всегда с вами мистер Good Mobile. До новых встреч, пишите письма.